Всем привет! Вы на канале «Квартиры в Челябинске». Меня зовут Александр Шуляк. Я профессиональный риэлтор в области вторичной недвижимости. Я снимаю видеообзоры на те квартиры, которые продаю, для того, чтобы вам, покупателям, была понятна планировка, состояние квартиры, и вы могли перед тем, как принять решение о просмотре этой квартиры, понять, подходит она вам или нет. Итак, все свои показы я предпочитаю начинать со входа в квартиру, для того, чтобы была понятна планировка. Начнем. Значит, это у нас вход в квартиру. Квартира находится в кармане на две квартиры. Небольшой карман такой, здесь двухкомнатная. Это у нас подъезд. Подъезд у нас получается чистый, покрашенный. Это 121 серия. Квартира находится на втором этаже, трехкомнатная. Вот мы с вами заходим в квартиру. Здесь у нас железная дверь с щеколдой, хорошей, надежной. Плюс еще есть деревянная дверь. Шумоизоляция и эстетика. Дальше здесь у нас идет антресоль и кладовка. Кладовки, как правило, большие, вместительные. Здесь у нас стоит блок сигнализации. Ну вот, какая-то вот бытовая. Дальше попадаем мы с вами в кухню. Во всей квартире полы бетонные, на них лежит линолеум. То есть полов деревянных нет в квартире. Это у нас получается кухонный гарнитур. Подсветкой. Здесь у нас плита, вытяжка, холодильник, стол со стульями. Вот во всей квартире окна деревянные. Окна у нас выходят, три окна во двор. Это такая северо-западная сторона. И юго-восточная у нас выходит на Комсомольский. Вот здесь у нас такой коридор. Здесь многие делают большой шкаф-купе. Это вход в зал. Ну, как видите, в зал, получается, тоже двери сделаны. На полу линолеум. Зал 17,5 квадратных метров. Ну, тут обои. На потолке тоже обои. Окна деревянные. Вот здесь, получается, такой двор. Все про повыше. Большой, уютный двор. Есть детский садик и школа прямо во дворе. Стоянки, в принципе, хватает. За домом есть платная автостоянка. Идем дальше. Так, здесь у нас направо идет комната, спальня. Эта спальня получается, если я не ошибаюсь, 14 квадратных метров. Возможно, 12. Ну, посмотрю по планам. Значит, здесь тоже обои. Ну, в принципе, состояние жилое. По моей просьбе собственники квартиру подготовили, вынесли всю старую мебель, квартиру помыли, очистили. И вы, в принципе, при покупке можете в нее сразу же въехать. Здесь тоже деревянное окно. Дальше у нас есть еще вот такой шкаф с антресолями. В принципе, системы хранения много. Здесь у нас еще одна спальня. С выходом на лоджию. Лоджия большая, 6 квадратных метров. Вот здесь как раз окна выходят на платную автостоянку, на Комсомольский проспект. Это место очень удобное. Здесь у нас есть все, что нужно. Спар, здесь вот Бургер Кинг, остановка. Здесь магазин Юлия слева. В принципе, да, поликлиники тоже здесь недалеко. На Молдавской есть и взрослая, и детская поликлиника. На балконе здесь решетки. Идем в санузлы покажу. Санузел раздельный. Туалет, ванна. Получается у нас ванна полностью в кафеле. На полу кафель. Ну вот здесь, конечно, косметический ремонт небольшой потребуется. Ванна чугунная. Насчет стиралки, техники все уточним отдельно. Вот, и туалет. Вот, видно стояки канализации еще. Низ чугунный, верх тоже чугунный. Счетчики установлены. Итак. Если вам понравилась эта квартира, звоните мне, записывайтесь на просмотр.
с удовольствием вам ее покажу. Сейчас в ней никто не проживает, и если вам квартира понравится, можно будет сразу же после сделки в нее въехать. Подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии, нравятся ли вам эти обзоры или нет. А также рекомендую подписаться на канал нашего агентства недвижимости «Инвестор 2.0». Ссылочку я всегда оставляю в описании к видеоролику. На нашем канале «Инвестор 2.0» вы найдете много интересного. Как правильно инвестировать в недвижимость, будь то вторичная или новостройка. Какие квартиры бывают в Челябинске на рынке. А также мы иногда снимаем какие-то полезные ролики, например, про ипотеку. Поэтому, если вам понравились обзоры, подписывайтесь, смотрите, следите. А я жду вас на показе. Всего доброго и удачи!